Всем привет, ребят! Сегодня посмотрим, как работает игра Halo 3 из Halo The Master Chief Collection на Xbox Series S. Данная игра оптимизирована под Xbox Series S и Xbox Series X. Весит игра 117 гигабайт. Давайте, в принципе, посмотрим, как у нас работает третья часть. Работает при разрешении Full HD 60 FPS и также при разрешении Full HD и 120 FPS, если у вас есть 44-герцовый монитор, чтобы у вас можно было в данном режиме играть в данную игру. Игра довольно-таки быстро загружается, в принципе, давайте приступим уже и побегаем, посмотрим. Довольно-таки старая часть вообще, по графике, да и вообще по геймплею, в принципе, да. Ну, считается одной из самых таких интересных, как я почитал по отзывам. По поводу графики, ну понятно, что уже устаревшее, все есть где-то моментами лесенки, но довольно-таки все равно неплохо смотрится, посмотрите. То есть текстуры здесь, отражения, то есть все, которые имеются, к слову, по поводу отражений, посмотрите, то есть что-то хотя бы отражается. Ну и, конечно же, тени, более-менее такие, знаете, ровные, без лесенок, без мыльца вообще. Да и вода сама по себе неплохо выглядит. А вот по поводу, кстати, лесенок здесь, посмотрите, здесь имеются странные как-то. Ладно, давайте побежали. Трава здесь прикольно выглядит тоже. Идем дальше по заданию, попробуем пострелять, кого-нибудь поубивать. Over, да, к слову, игра полностью на английском языке. Team, это довольно-таки неприятненько, неприятненько. Почему я такой большой, кстати, по сравнению с ними? Посмотри. Просто больше. Интересно, просто ему урон нанес. Ладно. Идем дальше. С нами какой-то, я понял, инопланетянин, кто, ребят, проходил третью часть. Обязательно напишите комментарий, кто это такой, я вообще не понял. Ну вот, в принципе, смотрите. Водичка капает тоже. Ну, приятно, приятно выполнена все-таки игра, все равно. Для такой-то старой игры. Прыгает. Здесь анимация, интересно, также выполнена. Checkpoint down. Отлично. Вот. Немножечко напрягает, что английская озвучка. Сделали бы на русский, было бы намного лучше. Хоть было бы что-то понятно. Смотри, смотри, смотри. Да, идем дальше. Смотри, какая анимация воды. Немногие игры на данный момент делают вот даже так хотя бы. Более чем красиво. Так, а куда нам? Нам получается прямо сюда? Вот, видите, какой-то инопланетянин с нами бегает, тоже маскировку включает. Пойдемте стрелять. Вибрация, вот, игра оптимизирована, да, под Xbox Series S и Series X. И вибрация здесь также оптимизирована, то есть вибрация есть в 3 игры, есть и как раз таки вибрация и просто в ручке геймпада. Во время выстрела идут вибрации именно в 3 игры, которые отвечают за стрельбу. Так. Не, ну графика здесь прям очень хороша. Очень. Текстуры просто. Оружие как выполнено тоже. Ты смотри. Перестреливается. Это именно третья часть. Не три от вот это вот, которая, если я правильно по хронологии помню, перед этой, по идее, должна быть. Вот, и даже достижение получил. Его не держать. Вибрация просто. Я надеюсь, вы слышите, как вибрация в геймпад идет. Это просто ужас, как шумно. Когда у меня будет перезаряд... Я думал, у меня перезарядки вообще не будет на этом оружии. Так, по идее, у меня есть пистолет, но я вот думаю, может быть, поменять его как раз-таки на вот этот. Где? А давайте поменяем, почему бы нет. А, в два даже можно, ты посмотри. Два подобрал, из двух стреляю сразу же. Если вот, смотри, из двух сразу можно стрелять. Класс! Как ковбой прям, посмотри. Вот это приятно. Я не помню, чтобы в новых частях можно было так делать. Если можно, опять же, ребят, кто знает, обязательно пишите комментарии. Я просто честно не помню, чтобы так можно было делать. Смотри, у меня один пистолет долго перезаряжается, а я вторым стреляю в этот момент. Даже смотрите, как кровь у них выглядит здесь. А, даже смотри, можно с двух теперь их стрелять. Можно зажать. Теперь два такие будут. Во! Вот это будет классно. Давайте пострелять. Можно зажать. И вот так вот его выстрелить. Класс, просто вибрация, вот когда зажимаешь, вы слышите? Геймпад как вибрирует, ужас просто. Сейчас разлетится на куски. Какие-то нам пометки здесь сделаны, якобы нам сюда идти, в эту сторону. По поводу, кстати, ребятки, отзывчивости, прямо ментально, то есть задержки, input лага какого-то нет вообще. Ну, это и понятно, как бы игра работает при Full HD 60 FPS. Так, вроде правильно?
Вроде бы правильно. Да, я как раз таки мне нужно за ним идти. Давайте переключимся на... Я выронил? А, понял, то есть. Чтобы только один, это нужно каждый раз подбирать. Ладно. Можно и так походить пока с одним. Ничего страшного. Кустики, ты посмотри. Травка так убили. Прям все так детализировано. Очень приятно смотрится. Муфляж какой-то у него интересный тоже. Так, перезарядимся. Отлично. Водичка. Отражение, посмотри, тени. По поводу отражения, они как бы есть, но персонажа не отражают. Например, там траву тоже не отображают, видите, ну, такое себе. Какие-то вот облака, может быть, отражение есть. Да, небо. А все остальное отсутствует, к сожалению. Ну-ка, попробуем убить его. Долго убивать, просто всю обойму всадили, только главное. Классно. Даже во время, смотрите, сражений, перестрелок, FPS вообще не касается. Стабильно все работает. И картинка очень приятная. Хорош. Да все, у меня патронов не осталось. Да мы только начали. 2 достижения подряд. Я даже еще задание-то полностью не прошел, а уже 2 достижения получил. Так, перезарядимся. Патронов, конечно, мало, ну ладно. Так, здесь мы подзарядить можем. А можно так-то и поменять оружие. Почему бы, собственно, и нет. А давай-ка, знаешь, как сделаем? РБ. Все, отлично у нас теперь будет. Оружие. Так, и здесь же можно еще в другую руку взять себе. Нет, не буду брать. Ладно, идем. Постреляем с этого дробовика. А, это даже пулемет. Я думал, это дробовик. Это, оказывается, просто-напросто пулемет. Нет, опять же, тот же автомат. Пистолет, точнее, пистолет-автомат. Красиво. Очень красиво. Смотрите, тени. Ну вот, самого персонажа тени выполнены гораздо красивее, чем других. Если урон ему скритовый, я как бы это момент. Воу-воу. А, это свой выжил. Я думал, он его скинул, то есть уже труп, а он, оказывается, выжил. Красиво. Так. Даже вот, знаете, для нынешних реалий такая игра, она прям очень красиво смотрится. Понятно, что здесь много уже устаревшего, много чего, но все-таки даже текстуры, вот это вот, знаете, оформление, оно видно, что такое несовременное. Это что такое? А, на меня побежал. Чит какой-то поставил, ты смотри, прям как он красиво тоже чит выглядит. Смотрите, смотрите, как, вау. Очень хорошо, я не думал, что настолько третья часть будет не сильно отличаться от четвертой. Хотя между ними тоже довольно-таки приличное время было. Вау, красиво. Ну, даже, кстати, стоит третью часть пройти, почему бы и нет. Флэшбэки. Класс. Да, жаль, что, конечно, не на русском языке. Идем дальше. Чекпоинт. Как здесь фонарик включать? Я вот не понимаю. Видите, даже надписи, полностью озвучка, все на английском, к сожалению. Вот фонарик, отлично. До этого нажимал, но почему-то он не работал. О, давайте переключимся. Вот. Теперь у нас такая боевая винтовка, если я правильно помню, как она называется. Кстати, гранатки накидаем. Оу, хорош. Давайте попробуем отсюда по ним попасть. Автоприцел здесь тоже неплохо работает. Вот прям более чем неплохо. Что же происходит? Бежим. Патронов тоже мало на него. Улетали куда-то. Можно что-нибудь подобрать? Нет, нельзя, к сожалению. Так. Бочки какие-то, видите? Пули так странно, кстати, рикошетят. Как-то пролетает сквозь, что ли. Оружие какое-то. Такое же, как у меня, только... А, да, все, я патроны взял, отлично. Можно еще подобрать? Нет, все, больше не подбирает. К сожалению. Вот видите, автоприцел прям немножечко так примагнитивается к противнику. Но не совсем, чтобы прям сильно. Как это выполнено в той же самой Back 4 Blood.
отлично. Вот так вот и должен автоприцел работать. Как бы помогать, но не то чтобы сильно. Давайте его с руки попробуем, отлично. Ну вот такой маленький, можно его с руки купить. Вот это вот. Так, давай попробуем с руки убивать. Да выполнить. О, все, отлично, вытолкнул его отсюда. Куда ты бежишь? Стой. Ой-ой. Еще разочек. Еще разок. Прям вот с руки намного проще убивать, нежели ты будешь с автомата стрелять. С автомата столько патронов можно себя всадить. А ты просто с руки вырубаешь с одного удара. Все, что ли? Я всех почти повырубал. А, непонятно, они там. И с выстрела-то быстро убиваются. Тут с руки подошел и убил. Весело, если честно, играть. Вот в старых играх какая-то, знаете, атмосфера своя интересная была. Да и сейчас имеется. Вот запрыгнул. А, я, в принципе, сюда также могу запрыгнуть. Ну что, ребят, как-то вот так вот работает игра Halo 3 на Xbox Series S при разрешении Full HD и 60 кадров в секунду. Собственно, довольно-таки отзывчивое управление, все довольно-таки хорошо, без просадок вообще в FPS, даже при сильных перестрелках, при сильных замесах. Как-то вот так вот, ребята, работает игра на Xbox Series S. Если тебе понравилось данное видео, ты можешь подписаться на канал, оставить свой лайк, ну и, конечно же, написать комментарий, что ты думаешь о данной игре и Xbox Series S. Также ты можешь подписаться на мою группу ВКонтакте, присоединиться к Дискорде, подписаться на мой Инстаграм. Также ты можешь стать моим спонсором, все ссылочки будут в описании. До скорой встречи, ребят. Пока. И уже совсем скоро увидимся. Jesus!